Здравствуйте, дорогие друзья! 22 ноября и очередной очерк сдачи. Что, сегодня у нас зима, настоящая зима. Буквально вчера мы здесь работали, обрезали деревья, наводили порядок на участке, копали. Но есть надежда на то, что после обеда это все закончится и мы продолжим работы. Что касается самого огорода, у нас осталась капуста в тепличке, дайкон и салат. Буквально на днях мы убрали арахис. И подготовили к перекопке большие участки, вот эти открытые. В городе у нас дождь идет. Единственная возможность посмотреть на зиму — это вот приехать на дачу. Собственно, здесь пониже температуры и снег ложится. Сейчас где-то 0 градусов. Почистили солнечные батареи, потому что все снегом замело. Вот после вчерашних наших работ, это обрезали деревья, осталась куча целых веток. Кто-то в ноябре уже давно забыл, что такое огород, а у нас работы идут полным ходом. Ну и здесь вот буквально на днях по пояс была трава, сейчас наводим порядок, обрезаем деревья, белим. Там вот идет борьба с бурьяном, где-то что-то покопали, старые деревья какие-то убрали в саду, каким-то дали шанс, вот обрезали так жестко. Что-то убрали полностью, ну такой в принципе неплохой сад, яблоньки, орехи, груши, виноградники. Ну, все требует ухода, все требует обрезки. Наши радуются снегу, для нас это такое редкое явление. И на том участке тоже зимушка, зима. Красота, прям зимняя сказка. Вот весь лес припорошен снегом, здорово смотрится, классно. Да, еще у нас из нового приобрели у соседа участок, 10 соток тоже земли, то есть суммарно у нас теперь порядка 40 соток. А в доме вот вовсю топим дровами из дровничка. Вот он запасенный, полный дровами, к зиме готовы. Тут хворост какой-то, те дрова, которые не поместились. Кошка, зимняя кошка. Куда ты собралась? Одна из зимних красот — это калина. Калина, заснеженная калина. В этом году еще было тепло, поклевали птицы ее сильно. Обычно такие у нее гронки покрупнее. А вот зимний вид озера. К сожалению, не было обильных осадков, и озеро, ну, вон лужица осталась нашего озера. Будем надеяться, что за период зимний-весенний все-таки в нем появится вода, потому что, конечно, это озеро все СНТ наше обеспечивает водичкой народа. Это мы сделали скважину из-за засухи, а так, конечно, народ в основном поливает из озера. А вот картина: на крайнем нашем участке пугало стоит, как живое, заснеженное все. Вот так вот выглядит перекопанная грядка. Вчера перекопали, сегодня уже ни черта не видно. Наши обрезанные деревцы. Обрезанные, побеленные. Я обрезку делаю элементарную, в принципе, удаляю те ветви, которые растут внутрь, и те, которые друг на друга накладываются. Ну вот, обрезанная, я не знаю по возрасту, сколько это яблони лет, ну вот, вот так она вот выглядит. Но еще отсекаю верхушку для того, чтобы не сильно высокое дерево вырастало. Если будет еще хорошая погода, она будет, обязательно будем еще обрабатывать железным купоросом все деревья. Для того, чтобы поубивать вот эти все грибки.
потому что они имеются и на молодых деревьях, на старых тем более. Вот эти вот все наросты грибковые, зеленые. Даже на молодых веточках, вы посмотрите, везде вот этот вот уже грибок. То есть по-хорошему осенняя нормальная обработка железным купоросом может от вот этих неприятностей избавить. Видите, везде они на столе. Что, морозная набочка пусто, да? Капусту будем оставлять, потому что, собственно, она морозов не боится, она вкуснее становится, наоборот. Ну-ка, покажи. Зимняя капуста 22 ноября, правда, почти зимняя. Тяжело, да, идет она? Соседи выросли в ней. Брокколи, да? Не, не все. Маленькие капустки. Класс. Капуста надо. Зима зимой, но урожай по расписанию. Небольшая капустка и дайкон.